Грандиозный скандал произошел в мире российского шоу-бизнеса. Известному пародисту Максиму Галкину один из центральных каналов российского телевидения предложил вести музыкальную программу вместе с Ларисой Долиной. Главным нюансом скандальной ситуации являлся тот факт, что третьим ведущим должен был являться новый спонсор и романтический друг Максима Галкина, английский бизнесмен польского происхождения Ян Колик. Узнав об этом, Лариса Александровна пришла в шок и с негодованием, отвергнув предложение, прокомментировала ситуацию. «К Максиму я потеряла всякое уважение и думаю, что его место действительно на центральном телевидении, но не в России, а где-нибудь в Израиле. И вообще, друзья мои, мне с вами не по пути. Вы и так сладкая парочка. Валите вы к своим петухам», – отрезала Лариса Долина. Бывший депутат Госдумы Роман Худяков прокомментировал сложившуюся ситуацию. Да, действительно, Максима Галкина звали ведущим на один из каналов российского телевидения. Сейчас данным фактом занимается полиция. Как можно звать пародиста в Россию, если на него возбуждено уголовное дело?